Шамиль Никаев, непобежденный бельгийский боец смешанных единоборств чеченского происхождения, которого уже сравнивают с Федором Емельяненко. Шамиль Никаев является чемпионом Бельгии по смешанным единоборствам. С 2015 года Никаев является бойцом клуба «Беркут» и выступал в лиге ACB. В данный момент выступает в промоушене ACA. За свою профессиональную карьеру Шамиль Никаев провел 9 боев и одержал во всех поединках победы. Ну а сегодня, друзья, мы посмотрим, над какими бойцами одерживал свои победы Шамиль Никаев. Друзья, а спонсором сегодняшнего показа является компания Energy Drink, которая занимается производством энергетического напитка Energy Dragon под тщательным контролем немецкой компании Interwine Germany GmbH. Energy Dragon. Разбуди в себе дракона. Свою первую победу в профессиональном ММА Шамиль Никаев одержал 22 января 2011 года на турнире Outsider Cup 22 над немцем Виктором Витманом. Вторая победа Шамиля Никаева была одержана над голландцем Дэви Дормансом на турнире Battle of the Souch 31 марта 2012 года. Свою третью победу Шамиль Никаев одержал над Амиром Айгубовым на турнире ACB 17 2 мая 2015 года единогласным решением судей. Четвертая победа Шамиля Никаева была одержана над Романом Авдаляном на турнире ACB 26 28 ноября 2015 года. Свою пятую победу Шамиль Никаев одержал над бразильцем Жамилем Сильвейрой на турнире ACB 32 26 марта 2016 года единогласным решением судей.
Шестая победа Шамиля Никаева была одержана над португальцем Артуром Лемасом на турнире ACB-43 20 августа 2016 года. Свою седьмую победу Шамиль Никаев одержал над румынским бойцом Аурелем Пиртея на турнире ACB-60 13 мая 2017 года единогласным решением судей. Восьмую победу в своей карьере Шамиль Никаев одержал над американцем Кристосом Гиагасом на турнире ACB-71 30 сентября 2017 года.
И, наконец, свою крайнюю 10-ю победу Шамиль Никаев одержал над Александром Сарнавским на турнире ACB-80 16 февраля 2018 года. Шамиль Никаев ведет серию из 9 побед подряд и в скором времени, думаю, будет биться за титул чемпиона ACA. Ну а мы желаем Шамилю удачного выступления в дальнейшей карьере и подойти к своему следующему поединку в наилучшей форме. Ну а вы, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Нас на канале уже 56 тысяч человек. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч, друзья!